Хорошая. Я сегодня с балкона своего 13 этажа, многоэтажки, на океане. Хочу вам рассказать маленькую историю. Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой. Ну что, дорогие мои, 24-й год приносит то, что предсказал ваш Андрей Разин. Кто мне ее подарил и как подарил, родным, я вам отдельно расскажу. Будет ценная передача. Ну, посмотрите, да. Кто вообще придумал шоу-бизнес? В 1985 году Михаил Сергеевич Горбачев пришел к власти. Ты стояла у берега моря и смотрела на старый причал и встречала какой-то мальчишка. Все, что мы заработали до 92 года, это с Юрой Штуновым, это 32 миллиона советских рублей. Январь, серьезные вопросы и многие...